Вот красную гитару народ взял с ними, и с щитами, вот так вот, на костяк, я бы снял. Причем грифы не снимать, а вот, вот так вот, ты понимаешь, вот треугольником, вот так вот сними. Вот это будет очень хорошо. Ты понимаешь слово раскадровка, да? Угу. И то, что раньше, кстати, знаешь, что делали режиссеры? Вот Феллини, Антониони, вот эта французская школа. Фотография же была развита слабо. Они рисовали все. Были типы вот графических рисунков. То есть человек сидит, рисует, у него пачка листов черно-белых. Ну, белых листов, карандаш там или грифель, и он просто сидит, они очень хорошо рисовали. А сейчас они снимают раскадровку. Вот там выхватил, там бах, кошка в окне, решетка, ебах. Класс. И в принципе, весь процесс кинематографа, как собственная литература. И собственная поэзия заключается в том, что что главное в поэзии? События нихуя абсолютно. События тысячелетия повторяются одни и те же. Понимаешь? В литературе важна постановка слова. А события — это второй раздел. И в кино главное кадр. И текст — это второе. Это хуйня. Это в театре текст, может быть, играет какую-то роль. А в театре, даже в трагедии, самое главное, знаешь что? Чтоб, вот трагедия, Гамлет, блядь, пиздец. 90% публика должна ржать со смеху. Вот в театре одно из правил.
рассмешить на сцене, пиздец. Это фантастика. Еще что главное в рок-музыке? Да орать, блядь, выйти, так, мимо кассы, блядь. Вот. Энергетика, чтоб девки кончили. И пиздец. Вся истина. Дерьмо. Это чем на свёрт, сука, я люблю. Нет, всё равно. Мама, зачем ты ещё от меня, моя любовь? Блять, такое, у меня сегодня, честно говоря, очень хорошее настроение. Охуеть. Мне выплатили 2140 рублей в кассе, так гордо. Передо мной чувак, какой-то чувачок получает пенсию 260 тысяч. А там у нас банк очень своеобразный. А одни вот эти вот, ну, такие нормальные, как в банке, ты деньги даешь, все. А здесь... Чуиха просто сидит, вот стол стоит, у нее компьютер, и к ней можно подойти как угодно. Пенсионеры, все там, кто там вот бумажки заполняет. А ты слышишь процесс, сколько денег выдают. Выдают тебе 120 тысяч, 250, миллион. Ты слышишь. В принципе, вот кинуть человека, сука, очень легко. И этим занимаются люди. И я слышу, что человек получает там 250 пенсию. Он получал. Он, видимо, несколько лет не получал пенсию. Ну, знаешь, вот бабло есть, куда я буду ходить, там капает и пиздец. Вот он пришел, получил эти гроши, и тут я там свои 2000. Я иду и смеюсь. Это вот как бы кино такое, понимаешь? Я иду со своими 2000, захожу на базар, а тоже кино, продолжение кино. Там тетенька одна торгует. Всеми видами колбас, я очень часто покупаю у нее хорошую домашнюю колбасу и кровяную колбасу, у нее хорошая. На этот раз она, блядь, не может найти ножик. Блядь, я стою, жду. Ну рано, утром же. Находит она какой-то грязный ножик, блядь, он говорит, у меня было 10 ножей, наверное, у меня все спиздили, но на улице. Остается мне какую-то замороженную эту кровавую колбасу, я говорю, блядь, вы попробуйте, не, она просто замороженная. Выхожу, думаю, блядь, осталось только в аптеку пойти купить, блядь, каких-нибудь там, я не знаю, спиртосодержащего раствора. Комедия на каждом шагу происходит. Об этом, об быте можно снимать кино. Причем можно снимать... Вот мы, например, посмотрел, сколько там просмотров вот по базару. Не обращал внимания? Ну, больше, чем у другого. Не, я имею в виду, там, блядь, 173 просмотра. Или что-то там до хера. Интерес людей к чему? То есть, в принципе, мы можем... Но опять же, это нужно постоянно пробовать, экспериментировать, монтировать, накладывать музыку, желательно только свою, упорно, вот как Кустурица, блядь, вот он заработал денег, снял фильмы, у него есть любимый режиссер, Артур, он построил этот деревянный, блядь, город-дворец, где он там все живут, там стоит Джонни Деппу памятник. Он все делает на себя. У него группа, которая играет, сын там, брат, сват, он в ней играет. Кое-как он играет, играть он не умеет, слава богу, что он не умеет играть. Но он все делает на себя и как бы не задумывается там. Федику, кстати, надо диск дать послушать от этого пульза. Да я ему записал такой... Блять, а он чё, не слушает? Он ещё ленивый. Я прекрасно понимаю. И ему раз настолько всё похуй, вот абсолютно. Он вообще ничего не интересен. Даже если мне там миллион принеси, блять, и брось, скажи, на, посидел, ты хочешь миллион, блять? Я скажу, ты заебали его с этими деньгами. Похуй. Как это так?
это могло произойти, что Валентина Сергеевна закончила свою жизнь в полном одиночестве, всеми просто, никому не нужно. Но хотел бы прежде всего... Ну, к концу жизни мы нахуй кому нужны. Разве не правда? Как вы думаете, что с ней произошло? Она была брошена, осталась одна, и не в силах была это преодолеть одиночество. Или же она сама виновата в своей жизни, потому что она страдала, что ли распространённая была? Правильно, потому что вообще-то еще будет избалованная. В детстве ебали красивые мужики, жрала черную икру, а в старости жрала перловку, блядь, и смотрела на луну. Вот и, конечно, подстав. Мне вот надо яйца жрать, блядь, перловку, а я забыл это все. Так, ты сдержаешь его. Кухня, блядь, меня заебало уже. Я хочу быть очень богатым человеком и питаться в ресторанах. Как это на Западе происходит. Когда артист себе жарит котлеты. О, как говно, блядь. Ой. Фух.